Здрасте. Хуй покрасьте. Всем хай, зрители канала этого долбоёба. Всем привет, потому что он долбоёб. Ай, блядь. Всем хай, с вами Дартфлай. Сегодня мы будем играть в игру под названием Little Nightmares 2. Демка. Это демка, потому что у нас нет лицензии. Ну и похуй. Мы проходим демку, одну серию, и все, в принципе, смотрите, что это за игра, чтобы... Да. Кто не играл в лицензию, типа, ну, чтобы вы поняли чуть-чуть приблизительно, что там происходит, чтобы вы не смотрели эти ебучие прохождения на 20 минут. Чтобы вы просто посмотрели быстро такое, блядь, демка и все. Полчаса. Да. Все, давайте начинаем. Принимать яркость. Принять. Так, периодически когда тут хуйня, короче, вылезет, да, я знаю, не выключай хуйню. Питание. Мы питание сразу отключим, как увидим эту хуйню. С контроллером говорят. Может попробовать с контроллером? А у нас нет контроллера. У меня есть контроллер. А, да? Да, есть. Я могу попробовать, но я не хочу. Да, ну нахуй. Так, новая игра или настройки? Новая игра. Новая игра или настройки? Так, куда же мне найти играть? Давай, новая игра. Да. Так, буду проходить я, потому что Лёва проходил Outlast. Да. А потом выйдет серия по Outlast Whistleblower, вы обязательно смотрите. Там будет прохождение, ну, типа на скорость. Сука, да. Быстрее перематывайся, гандон. А это нельзя так делать. Это тебе не, блядь, ну не пизда. Её, блядь, побыстрее не сделаешь, чё. Согласен, нахуй. Это, блядь, не настройки, блядь, заводские, нахуй. Заводские. На заводе все настроили бы уже охуенно. А тут, блядь, хуй, блядь, пролеснешь, нахуй. Чё за пизда, блядь? Нахуя придумать игры, если, блядь, вот такая хуйня поебень, блядь, по весь экран, блядь, и нельзя пропустить эту хуйню. Я на 3 минуты длится, нахуй. А прикиньте, она будет 10 минут идти, блядь, серия, блядь, и пройдет 2 минуты, нахуй. Чё за пизда, нахуй? Ой. О, он упал. Кто со мной? Сто со мной. У тебя русский, блядь, пиздец. Что со мной? Все, иди. Так, нахуй. Так, охуеть, он идет, смотрите, а ребята. А мы ебашим макарошки. Мне кажется, тут мышка не нужна. А, нет, нужна, там прицепляться надо будет. Но она не работает тут. Когда ты будешь прицепляться или толкать что-то, мышка нужна будет. Я помню, да. Я могу бегать. Он может, ебать, он может бегать. Смотрите, смотрите. Паркур, бум, блядь. Упал, блядь. О, в клетку давай, садись. Бегай. Да, блядь, гандон. Открывайся. Ладно. Бля, вот гандон не открывается. Клетка. А ты не откроешь, тут закрыто прям на ключ, видишь, что тут гайки. А, ну ладно. А что там снизу, я не хочу посмотреть. А, снизу какая-то комары, блядь, там труп, блядь. Ну, всего лишь-то труп, блядь, твой. Блядь, у меня комары сейчас есть, блядь. Там. А, да, кстати, лето, комары, дезинфекцию, короче. Покупайте эту хуйню, блядь, дезинфекция. А то, блядь, камеры заебут вас. Если нам не заплатят за рекламу, я их уебу, на. Я вас уебу, пидорас, создатели игры. Если вы не заплатите за рекламу, я вас. Да, блять, как мне. Нам подняться? Нужны эти спреи, блять, от комаров, потому что у нас все ноги потом будут. Блять, я подняться не могу, сука. Ты долбоёб, туда зайди. Да. Да. Блять. Что за хуйня? Так, блять, зайди. Не... А, блять, ёбаный в рот. Я тебе говорю, так, блять, зайди, долбоёб. Да, да, ладно. Русский, блять, что не видишь, блять, я тебе пальцем даже показываю. Ой. Бум. Вот так, нахуй. Ебать. Паркур мастер. Ну да, блядь. Данила Тречка. В Майнкрафт все-таки играли, что тут вообще? Вот, открывай ее. Нет, я проходи я знаю, быстро. Я первый проходил. Ну первый я тоже проходил. Давай, открывай. Вот и все. Бан автоматический. А Ctrl? Идем. Вот и все, в принципе. Вот и мы прошли демку. Ой, блядь, ты въебался. Я въебался, ебало. Ты что, не видишь, что такое держу? Сука. А потом пиздец пройдет, если что. О, тапок, одень его. Один. Модные гучи тапки, чего бы нет, О. Ебать о. Гандоны. Ебать трупы нахуй. Падайте на меня. А пока они сейчас на тебя упадут и все пизда нахуй. Задавить нахуй. Да, пиздец будет. Наверное. Да блядь. А то, по-моему, можно менять пакеты, типа, на голове, типа, можно что-нибудь другое поставить, да? По-моему, да. Да хуй его знает. Я, по-моему, смотрел, да-да-да, там можно что-то менять. Так. Паркур мастер. Какой ноги себе не сломал, такой маленький, блядь. Да он потому что, блядь, и ест много гречки. Гречка полезна, ешьте, блядь, а то, блядь, будете как это. Согласен. Бля, не тебя убило, заново начинаешь. Бля, я же отошел, вы сами видели. Ну, тебя, блядь, ногу сзади. О, он грустит. Бля, хули так долго встаешь, заебал. Ну, блядь. Так. Все, красава. Веревку забери, а то может быть душить кого-то придется. Да хуй она не берется. Ну и похуй. Идемте. Нахуй придумали веревки, если их нельзя брать, чтобы душить. Да. Убеди от этой хуйни, она, блядь, тебя задавит, я тебе отвечаю. Она не просто так тут стоит. Ну-ка, толкни ее.
Нет, с той стороны, да. А, да, все понял. Ты толкай дальше, чтобы сюда заползти. Я могу вот так? Да, да, да. Да, вот. Ну, я говорю, так может кто-то придет, я получил. Веревка. Тут типа веревки вот висели. Да. Кого-то она, хотели повесить. На веревках висела. Да, кого-то хотели повесить, но не получилось. Повесили сундук, блядь. Такие, блядь, хотели повесить чувака, блядь, повесили сундук. Да и пох, вот что-то висит, украшение нахуй. Это, блядь, нас дети смотрят. Да, да, да. Дети, если вы нас смотрите, вы кушайте нахуй. Энергетики. Да. Бля, валим, валим, блядь, беги, гандон! Ёбаный в рот. Да. Вот именно, блядь, всё, дети. Ну, всё, хорошо. Не, нихуя. А, дети. Подальше съебите от экрана. О, смотрите, смотрите. Смотрите, дети, вот это вот верёвка. За неё вешают за шею. Смотрите, смотрите, как познавательно. Я второй А4. Вот, вот и все. Вот смотрите, как это, смотрите. Паркур. Вот для этого и нужна веревка. Да, крути эту хуйню. Крути, крути, крути. Ну чё, блядь? А, вот. Да-да-да. Рассказывай, на какие клавиши ты крутишь. Какие клавиши? Что ты зажимаешь? Давай, расскажи, что ты крутишь. Ну, В, Д, С. Да, блядь. В, С, Д, короче. Да. Стандартные клавиши. Не на мышку крутится, а просто вот, короче, на такой. Да, В, С, Д, А. А если вы хотите зацепиться за вот эту хуйню, короче, просто зажимаете левую кнопку. Да-да-да. Разбег нужен. И когда ты приземлишься, пизда мне, пацаны. Левую кнопку мыши нажми. Хуёво. А, значит, вниз надо. Вниз, вниз надо. Что ты, блядь, грустишь нахуй? По верёвке спускайся. Постараюсь. О! А, ну ладно. Тут, в принципе, ничего страшного. Ебал ноги, не разъебал. Бля, у него ноги такие, блядь, крепкие, пиздец. О, лестница охуенная, пиздец. А, что это такое вообще? А, это железнодорожная штука, да? Да, которая поломалась. Это мост. Сука, железнодорожная штука. Железнодорожная. Ну, потому что ее дороги, блядь, раскладывают. О! Бля, птица. Тапок нам. Кстати, только что сохранился, да. Что-то плохое навещание. Блядь! Вот и навестило тебя плохое, блядь. А я думаю, что там за хуйня? Ну, что он грустит, блядь? Бля, голубь ест человека. Забери его нахуй, голуби. Тихо, тихо, тихо. Перепрыгни. Не-не-не, вот так обойди. Ты сказал, блядь. Ты сам сказал перепрыгни. Я говорю, вот так обойди. Пизда, голуби, я сейчас тапку ушатаю. Давай, ушатай вот так. Блядь, он ушел. Да, вот тапка, блядь. Ладно. А что, вы смотрите, у меня есть идея, пацаны. Да, эту хуйню же можно кидать. Сейчас я выкину в эту ловушку и все, пизда наебал. Вот, видишь, вокруг уже. Не понял. На нахуй. Да блять! Охуенно кинул, блядь. О! О! Мы ебали ловушку, потом говорить. Вот и все. Вот да блять. Так, я зажал ЛКМ и все. Да, когда прыгать, не просто прыгать, а зажимайте левую кнопку мыши, чтобы он зацепился, то, блядь. А сколько дэма идет, интересно же? Хуй его знает. Ну сколько-то идет. Наверное, она бесконечная, просто демо бесплатно. Нет, это просто начало еще. Начало игры, поэтому. Да блять, я же прошел. Да вы ебаный рот. Да, заебали эти капканы. Да. Не были хуйканы. А, ну я так и знал, да. Ты, блядь. Нет, не надо. Нет, 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 нет. Тихо, 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 тихо. Он закрытый был. Тихо, осторожнее. Вот, открытый. Палку возьми. Согласен. Давай, давай, отдай, давай. Гандон, палку. Вот так, нахуй. Сейчас будем всех пиздить. А, можно пиздить ей. Нажми левую мышку. На, нахуй. Давай, по капкану, блядь, ударим. Нихуя себе вот это, блядь, капкан, нахуй. Жёсткий. Жёсткий капкан. А прикиньте, чувак, наступит сюда, ему ногу нахуй оторвёт. Палку возьми, кого-нибудь пиздить будешь. Давай. А то реально, блядь, ещё подпиздить надо. Сейчас какой-нибудь голубь прилетит и думаю, нахуй, нахуй, ебал. Блять, вот я об этом вообще не знал. Видели, нахуй. Сука, какой я умный. Блять, ты умный, я тебе говорю, бери эту палку, ты бы сейчас хуй догадался. О, давай, давай, тихо, шишки, шишки. Ну, на, просто сюда. На пробом что-то есть. Значит, 100 пудов, там листья, ты что, не видишь? Вон капкан, капкан. Капкан, там капканов дохуяще. Кидай. Ебанешь, я же тебе говорю, тут капканов дохуя. Бери еще шишки. Нахуя я тут паркурю? Ну, вот один, так что не про паркурю. Да в смысле, я ж прыгнул. Ну ладно. Он просто прыгать хорошо не умеет. Ты сейчас про человека или про меня? Да и вас обоих.
Пиздата. Бля, охуенно. Все, ползи нахуй. Ну, можно идти. Нахуй идти. Нет, вот здесь подняться. Блядь. Я там не мог подняться, не понимаю. Я не знаю, мы поднялись, мы просто поднялись. Да, кстати. Там, в принципе, ничего сложного. Там ничего сложного нет. Ну, блядь, игры так программируют, что хуй что сделаешь в реальности. Вот это да, блядь. Ну, например, этот уступ, если бы был, например, загорожен, ты бы на него нахуй бы, блядь, поступил. А вы, блядь, смогли, да? Например, да, блядь. Палки там пособирать или что-то. Ох, ебать, пизда начал. Да, до него пизда, ни за чем. Повторяю, мы играем в Little Nightmares 2 демо. Которая будет идти целый час. Да я не думаю, что демо идет целый час. Демки, они вообще быстрые. Нужно прыгать на замок. Нужно что-нибудь подвинуть сюда. А, вот через окно, ладно. Я и говорю, да. Там голуби, кажется. Да, блядь, сука. Да я подпрыгиваю, я ебал, он не хочет. Да он не хочет, блядь. Лев, как мышь зацепляй. А я пожрать что-нибудь. Тут что-то рукав, блин. Вот, давай, пожрать рукав. Холодец сделает. Сосиска. Надо холодец сделать. Давай, опрокинь ее нахуй. Зажми ее. А, свет моргает, на, нахуй. Банку возьми, сейчас кого-нибудь въебал, кинешь. Я хочу ее, да уйди нахуй. Можно я ее прокину, пожалуйста? Я хочу, чтобы из нее все выгнало. Я хочу сделать хуй, да иди нахуй. Да блять! Заебали, их можно я прокину? Суки бучи. Ты кончен? Блять, да какого хуя, блять? Возьми. Хуёвый суп, я тебе так скажу. Он приклеился, блядь, к столу. Пацаны, короче, его хуя прокинет. Пацаны, мойте, блядь, столы, а то, блядь, такая хуйня произойдет. Я ему все отодвину, чтобы он нахуй. Так дальше. Стол бери вот этот ебучий. Нахуй нет. Ну, блядь, поебал, блядь. Так, нет, я его вообще не понимаю. Так. О. Так, эти хуйни убери. Вот тут мне интересно просто. Бля, он не спортсмен не может забраться. Ну, блядь, пакет ебучий, что ты сделал. Пакеты, блядь, ох, ебать, я в подвале. Ебать, он в подвале, ты нет, ебать. О, давай, бери клубок. С котом. Чего уебу кого-нибудь? Или с котом можно поиграть, в принципе. Одно из... О! Пацаны, мне пизда! С мальчиком можно поиграть, это мальчик. Да бля, уйди! Ты чё, всего лишь там мальчик. Просто открой эту хуйню, открой. Как, сука? А, вот, вот, открыть можно, да. Только возьми стул, что-нибудь такое. Какую-нибудь такую хуйню. А, может быть, открыть ящик и через него прыгнуть? Нельзя так делать? Какой-то там, вот здесь. Я понял, нужно сломать. Хуй-то там. А, не, не хуй-то там. Я его разъебал. Сука, я съебал нож. Возьми палку, может, понадобится. Для чего? Давай попробуем кинуть ее в дверь, может, надо съебать. Бля, втянул. Хуй-то там. Я не думаю, что, моток ниток разъебет дверь. Не, нахуй. Ты где все возьмешь? Жизнь я бы нахуй. Топор наконец. Во, давай, давай. Сейчас мы тоже. Давай, ты чуть не поднялся, давай, давай. Поднимись. Да. Все, топор бери нахуй. Пойдем разъебем дверь. Все, теперь у нас есть топор. Пизда дверь. Да, все, пизда ей нахуй. Разъебем. Бля, такой охуенный топор. Сейчас, блядь, его не встанет. А, ребенок. Бля, он охуел, пизда ему нахуй, иди сюда, гандон, я тебя топором выебу нахуй. Нам тебе пизда, гандон. Иди сюда, гандон. Гандон малолетний, тебе пизда. Давай, поебал ему, дай. Иди сюда, сука. А, не, нихуя этот. Это уже не мы играем. Да, это не мы. Это катсцена. А хули его отпиздить нельзя? Мы будем с ним играть. Это будет наша дочь. Вчера кому его выебал. А, не, она, кстати, сейчас... Это она? Она испугается, она испугается. Еще ее трахнет. Я тебе больше скажу, это тоже она. Да похуй, все равно поможет. Вот. Она, короче, да пидор, я тебя уебу топором. Все, иди сюда. Она типа не могла выбраться сама и, короче, насчитывала дни, видите, на стене. Жестко. Иди сюда, ебать пизда ей, все. Давайте ее выпьем. Ну ты ее сейчас догонишь, и вы будете вместе играть. Ну это факт. Игры. Сейчас я догоню ее. Это факт игры. Бля, кошка идет. Нихуя себе. Она, наверное, тебя ждет, пока ты типа пройдешь типа дальше, чтобы типа не бежать далеко от тебя. Ну куда она ушла? Право, наверное. Потому что направо я не ходил. Блять! Ну, а, вон она там была. Стоп, подожди, я хочу. Ебать, у них ебачень, нахуй. И как будто выебали здесь раком. Здорово, Гантон! Поебал он. Сейчас тебе пирогом выебали.
Нас, сука. Сейчас тебе руку тоже кину. Нас, сука. Да почему я по ним попасть? Ну ты реально его рука, блядь. Ебать. Здорово. Что за пиздец происходит? Пройди лучше дальше, я сейчас по-любому похуял. Ебал у нее глаз, смотрите, что у нее с глаза, блядь. Блядь, как будто бы прыщик стекся, я ебал. Да, блядь, хули ты не залазил? А, можно было так залезть? Сука. Серьезно? Да, так можно. Нихуя себе. Я так в первый даже там. Ебать. Открой, открой. Все. Шлица, вот она, что тебе. Все, пизда тебе. А, нет. Ты что, охуел? Сейчас я тебя выебу раком. Тебе пизда. Че, давайте на один на один. Нет, она... а вы будете сейчас с ней ходить. А сейчас типа подумаешь, что надо типа ей помочь и короче... Вот видишь, она типа хочет поебаться. Вот видишь, она типа... Тихо, блядь. Вот, смотрите, смотрите. Мы смотрим кино, смотрите. Вот. Да, блядь, иди, пидорас. А, блядь. Вот и все нам. А, блядь, подпрыгни. Сука. Да, давай, давай, подпрыгни. Подпрыгни. Как это работает? Нихуя, команда работает, нахуй. Согласен. Вот так вот играйте в команде, ребята, а то будет получше все-таки, да? Не, почему? Ну ползи, блядь. Я ползу. Не ползу. Не ползло, блядь. Да, блядь, он сползает. Он тоже сползает. Так, что тут? А хуй ты не залезешь туда, пошла нахуй. Хочешь, вы теперь с ней вместе будете ходить? Сейчас я выйду. Ну, чтобы вы оба не ебете, где вы находитесь, и похуй сейчас совершенно много. Бам. А Куплинов уже проходил первую часть, да? Я не выучил, помню. Он проходил эту игру, но только первую часть. Я не знаю. Я помню, там был желтый капюшон, блядь. Да, ты. Ну то, что я не. Куплинов срался даже с нее. Ну, это такие страшилки, типа. Маленький кошмар. Да блять, я не могу так принять. А, его подвинуто, вот я ебла. Только с другой стороны. Гондон, помоги мне. Хули ты там стоишь, блядь, тяжелый же ящик. Она ебанутая. А, не, она не ебанутая. Ну, ладно. Все, так тоже хватит. Тебе точно запрыгнул. Не, она запрыгнула. Она за мной все повторяет, ебанашка. Дальше. А что поделать, телку все. Тут надо повернуть хуйню, найти какую-то хуйню вставить. Бля, логично, пиздец. Ключик нужно достать. Чтобы его достать, нам нужно кого-то уебать. Маски, ебать. Нам бы этот ящик подвинуть, чтобы прыгнуть здесь стать лучше. А реально я не понимаю прикола. Значит, надо открыть бутылку. Может, нам как-то залезть? Бля, подсади меня. О, блядь, она читает меня. Красава. Ну, она умная, что-то делает. Пока. Блядь, опять я сюда пришел. А, нет. Вот только... она, ручку. Это бабка. Ручку возьми, блядь. А прикинь, сейчас она живет. Тогда я охуею. Это пизда мне. Я ей руку оторвал. Жалко бабушку. Да и похуй. Она все равно уже отжила свое. Согласен, ей где-то миллион уже. Миллиона два, наверное, я здесь так скажу. Не больше. Она, три. Она, блядь, сидит, наверное, миллиона четыре уже, или пять. А живет, наверное, миллионов семь, блядь. На нахуй. Давай вставлять. Крути, блядь. Бля, она труп поднимет, нахуй. Крути дальше, хули ты встал. Ну как она крутит, смотри, она просто ладошки поставила около этой хуйни. Крути, блядь. И чё, попонтоваться хочешь, что-то такая сильная? Уйди нахуй, да я сам покупаю. Чё ты, блядь, делаешь? А чё мне делать? Похуй, залезь на неё. Чё не с руками? Закрепись на неё, закрепись так. Как я не могу закрепить? Можно лёгко хуже? Ну, блядь, зачем? Что за хуйня? Хуёвая хуйня. Так, ты там держи. А, вот за эту точно, точняк. Всё, понял. Паркур, так, блядь. Хуйня. А короче, мы... придумали, блядь. Я ж тебе говорю, надо зацепиться, блядь. А ты какую-то хуйню... Я не мог зацепиться. Так, ползем вверх. Тихо, тихо, тихо. Тебе прыгни просто. Вот так, да. А-а-а! Да, блядь. О, все, красавчик. Все. Бери ключ. Давай. Идем, берем ключ и идем куда? Давай, моё. А, нет. Он просто взял ключ и положил в карман. Дальше нам нужно в ту сторону, потому что там открыть ключом что-то. Логично. Да, блять, он не залезает нам. Давай, пс. Она медленная. Ты можешь ее не ждать, она просто медленная. Падай.
Ебай разъебал. Вот замочек. Открыли. Давайте ее подождем. Наконец-то, блядь, она спустилась, она 3 года, наверное, спускалась, ебанутая, блядь. Она лестницу искала, она такая, ай, а где лестница? Что такое лестница? Что такое, блядь? Она вообще не ебет. Она вообще не знает, что такое лестница. Что такое не лестница. Ну просто иди вперед. Идемте дальше. Не будем. Камень возьми. Можно познакомиться. Пиздать. Не, он не берется. Он слишком тяжелый, блядь. Ну это же маленький Little Nightmares, блядь. Паркур! А, надо, чтобы она. Я все понял, да. Влага да, бегать. Нет. А, да. Вася. А тут берёшь, надо ее развязать и сейчас откроется. Давай попробуем. Блядь. Ну ладно. Я икать начал. Красава, надо тебе повод купить. Да бля, я из-за икания сбился за счет. Блять, опять икаю. Да, все, полагать. Икать. Что дальше делать? Блять, пизда нам нахуй, прячься нахуй! Просто присядь, не, смотрите, как я делаю, смотрите. Пока там Данил икает, я... По стелсу нахуй. Блять, Данил, ты заебал. Чё ты где? Дрочит он. Я же говорю, он дрочит. Помоги мне, пидораска ебаная! Да блядь! Иди нахуй! Да вам! Что нужно наебать, пусть он ее уебет, а вы спите. А может быть надо ее спить? Я попробую. Дай мне ружье там. Ладно, не получается ружье спить. Помоги, пожалуйста, заебал. Я понял, блядь. Я понял. Он заметил. Вали. Беги, сука! За заборы, блядь. За заборы. Спидран. А, да, стой. Мальчик, он попал. Да я попробую. Иди нахуй, мальчик. Ну, ладно. Да я попробую. Тебе пидорас. Буган, а как он попал, блядь? Я же спрятался нахуй. Да хуй его знает, он косой. Я понял, заметил. За это будет сейчас. Да сука, блядь! Я застрял, блядь! Ладно, смотрите, сейчас. Эта попытка пройдет. Да. Я на работу. Да, чё, хуел? Валим, блядь, за ней. Да, охуенно. Пиздим! Спрячься. Смотри. Он вас не видит, он слепой. Бля, у него глаз, у него рука почти оторвалась, как он жив еще. Наверное, интересно. Да. Давай, он пока выпустит кошку, а мы пойдем. Смотрите, аккуратнее. А, взять за руки? В смысле за руки? Нахуй я тебя за руку возьму? А, бери ее за руку. Ты бери ее за руку, пидорас! Да похуй, без руки пойдешь. Уганду. Пошел. Раз. Как он меня заметил, я по тени иду, он такой, нихуя себе, там по-любому они. Как он нас заметил вообще? Как?
Да ты гандон! Блядь, давай ты попробуй. Пиздец. Блядь, ты заебал икать. Я шел нормально, блядь, нормально. А как он меня увидел? Да у него предчувствие, блядь. Ну не иди, а сидеть. Дело, ты не поверишь. А там что? Он слепой. Блядь, он, блядь, охуенно у него слух, но он, блядь, пиздец слепой. Согласен. Тихо. Остановись, пидор! В дупло! Все. Благодарим за игру. Короче, все, мы прошли эту игру, короче. Если вам понравилось, вы поняли всю суть игры, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик. С вами был Данил Трячка. Да, пишите свои комментарии, с вами был я, был я. Дарти Флай, Данил Трячка, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всего хорошего и всем пока! Пока. Данил тоже.